Всем привет, ребят. Ну что, на английском сервере сегодня запустили шарик, и я решил его зафармить, и зафармил за 30 минут полностью весь шар. Ничего сложного, если у вас есть дофига пропусков, в принципе, это не проблема. Сколько нам чего в итоге надо, что у нас получилось, сейчас мы это все поменяем. У меня ушло на вот эти вот пропуска, я фармил подземочки, то есть без разницы, какую вы подземку будете фармить. У вас везде, в принципе, будут они падать, то есть можно подземки, можно другие локации. Везде все рандомно, но у меня как-то так получилось 660 пропусков. Потому что я фармил именно подземки, то есть именно подземками я пропуски делал. Можно также бегать на волны, то есть на другие локации, на арене падают. Вариантов, скажем так, очень много разных. На волнах там вроде в основном получше падают редкие итемы. Вот эти вот. Конвертики. Вот видите, конвертики сыпят здесь намного лучше. То есть шансы здесь их словить очень хорошие. Ну, в общем, если все вместе пропускать, плюс другие эти, нормально все будет. У меня в итоге ушло 110 по 6, 660 пропусков. 660 пропусков. Ну, сейчас немножко больше мы еще с вами пофармили. Ну, плюс-минус. Это получается 3300, чтобы зафармить 3300 пропусков подземок. Ну, в день я не знаю, сколько вы там зафармите максимум. Ну, штук 50. Ну, кто как заходит. Смотря у кого еще сколько открыто подземок. Ну, по сути, времени с одних подземок за месяц не хватит. Надо будет даже и ради интереса затестировать. Поехали, посмотрим плюшки. Заберем их все. В итоге, что у нас получилось? В районе 1000 шариков. Также получилось 200. У меня было 220, сейчас 224 конвертика. Вот так вот. То есть 224 конверта и 1000. Тысячу, грубо говоря, шариков. Этого, в принципе, должно нам хватить, чтобы забрать полностью все плюхи. Поехали, позабираем. Так, 200 забрали. Ну, видите, все забирается просто налегке. На это все ушло где-то примерно минут 30-40, ну где-то полчаса. За полчаса можно полностью зафармить. Если у вас есть 600 с лишним пропусков, то в принципе это не проблема. Так, ну все, вот вам половый шарик зафармлен. Поехали посмотрим на плюшки. 400 коробочек мы получили. В принципе, неплохо. Интересно сейчас будет, что с них выпадет. Так, что там у нас было такого интересного еще? Я гляну, чекну. Скины. У этих 530. Но это надо силу уже поднимать. Камикроки. Обменка, не знаю, я говорил, обменка реально говняная. Ну, 5000 камней всрать и 200 эссенций ради того, чтобы получить 10 БК. Ну, это бред. Для бездоната это вообще бессмысленно сливать нормального Ронина на второй эволюции. Ну, какой-то бред. Трок. Пальки 2 тоже обмен. Ну, еще ордена, ладно, куда ни шло, 10 тысяч. На 15 этих это еще можно там, допустим, поменять. Кому надо. Ну, а так, я считаю, это реально бессмысленно. Такс. Окей, поехали, плюшки посмотрим. Что у нас там в итоге получилось. Пооткрываем. 400.
Раньше, по-моему, не. Или раньше одинаковые коробки были, одинаковые. Поехали, пооткрываем. Посмотрим, сколько же нам самоцвета выпадет. По-моему, по одному самоцвету, если я не ошибаюсь. Вряд ли по 10. Или по 10. Я уже давненько не бегал, не открывал это. Да, расходники, конечно, желают лучшего. Учитывая то, что там куча других хитомов, но вот эти вот сумки, ну, бессмысленно вообще брать ради вот этих вот плюх. Лучше зафармить весь остальной шарик. Но для бездоната, мне кажется, это нереально полностью весь шар зафармить. Хотя, может быть, кто-то и дротит сутками. Я не знаю, напишите, кто собирал полностью шар без там бездоната. Ну, в принципе, пропуска есть, но... Я думаю, в принципе, реально это собрать. Ну, конечно, это надо дротить, наверное, полностью все эти локации. 43 тысяч, 40 тысяч. Такс. Что в итоге мы получили? 860 кгшек. Супер. 83 книги. Это просто жесть. Так, это значки почета, наверное, оттуда. 8 тысяч значков почета. А, нифига себе, одну выиграли. 36. Одну, по-моему, я не знаю, наверное, выиграли. Плюс 50. 86 самоцветов. Ну, что я могу сказать? Прям супер-мега-вау-плюхи за шарик. Это жесть просто. Да, могли бы уже в эти коробки нормально напихать самоцветов, чтобы пару тысяч хотя бы у людей получилось. Так, это мы эссенции еще получили. Да, жестко, ребята. Жестко мы прокачали аккаунт. А еще кулаки. 700 кулаков. Вот скажите, как можно за вот такие вот плюшки что-то сделать на аккаунте? Как по мне, это просто, ну, бессмысленно. Нету смысла вообще никакого это фармить. Полчаса. И по сути все. Ладно, камешки. Вот камешки для без донатов еще, да, реально они нужны для прокачек. Для донатов, ну понятно, для донатов это вообще даже нету смысла об этом говорить. Оно вообще бессмысленно. Но для бездона могли бы сделать там хоть какие-то подгоны по самоцветах, не знаю, поменять уже эти награды. Сколько у нас уже шариков? 5 или 6 уже точно, полгода оно идет. И до сих пор нифига не поменяли, это чисто так. Но что такое 86 самоцветов? Ну это просто, это даже не паролить героя. Даже бесплатку не вытащить за 86 самоцветов. Там 700 или 800 кулаков, это купить 2 или 3 рунки и все. Дальше ты нифига на это не сделаешь. Ну, логика просто супер. Хорошо, хоть и не расходники в этот раз нормально запихнули. В принципе, для бездоната расходники хорошие. Но опять же, обмен, которого вряд ли, который вряд ли будет на русском сервере. Я даже не знаю. Просто какой-то бред. Новая карточка, конечно, классная. Но опять, она же донатная. Ее не получишь. Короче, все делают так, чтобы люди просто уходили с игры. О, нифига себе. Нифига себе, ребята. Мы получили мега бонус от IGG. Просто мега вау бонус. Это я фармил, походу, из ЗП-шки засчиталось, потому что у меня этой награды не было. Миллион, ребят. Миллион ЗП-шек мы получили на топовом аккаунте. Чик. Плюс 190, сколько там? 195 самоцветов. Не, ну а чё нет? Это реально круто. Жесть. Короче, не знаю, пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Кто фармит полностью? Ну, есть ребята, которые полностью фармят. Ну, вот у меня ушло полчаса на фарм этой локации. Ну, в итоге получил я сколько? 30 этих, 30 камней. Вот камешки это однозначно плюс. Расходники эти плюс. Да и эти все расходники тоже классно. Насвалено скин.
я думаю, тоже многим нужен скин на здание. Но вот эти вот сундуки бессмысленно брать. Просто смысла никакого нет, с них вы нифига толком не получите, только потратите дофигища ресурсов, за которые вот эти, по сути, сундуки, они стоят, как все вот эти итемы, которые ниже от них. А еще мы слизни получили 1300 кгш. Супер. В общем, вот такие вот дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Ну, 660 пропусков, 3000. Это, конечно, немало, скажем так, чтобы собрать полностью все. Ну, можно это в два раза меньше сделать. Ну, то есть, не надо верхние собирать пакеты. На нижние где-то 1500 уйдет. Но, опять же, это рандомчик. Какие бы вы ни фармили подземки, оно будет всегда все рандомно падать. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.